Смотрите, не путайте. Туда референдум, туда президент. Раз, а что туда сделали? Хорошо? А вы здесь будете стоять, да? А там же нельзя стоять. Нет, нет, вообще никто не должен держать место. Нет вопросов. Рядом с сейфом стоишь и регулируешь, чтобы не горело. Нельзя место. Не правила, не надо диктовать. Если заезд, тогда только начинается. Не правила, не надо диктовать. Он у меня оператор, он будет руководить этим процессом. Вот он здесь стоит, маленький, будет стоять. Все, метра турны, он как положено будет руководить этим делом. Хорошо, он выдачи. Если бы он действительно вмешался бы в процесс выбора, тогда другой вопрос. Надо стоять, да.